Друзья, всем привет! В эфире Мотолайф. У нас видеообзор по свободному мотоциклу Kawasaki Ninja 250. Вот такой вот черно-белый аппарат, довольно симпатичный. Последние цифры номера рамы 3986. Сейчас заведем, проверим работу оптики, прокатимся и посмотрим более подробно. Все работает довольно спокойно. Не орет, не шумит, а покажу чуть-чуть. Вполне нормально, адекватно работает. Смотрим, поворотник один есть, второй есть, дальний, ближний, все замечательно включается. Сигнал есть, поворотник здесь один есть, второй есть, стоп-сигнал, все работает. Сделаем кружочек. Работает мягко, спокойно. Вот, мотоцикл — отличный вариант для тех, кто начинает, вот, для тех, кто постигает класс спортбайков. Вот, собственно, отличный вариант для обучения. Простой, легкий, маневренный, экономичный инжекторный аппарат. Вот, довольно-таки приятный. Ну, собственно, давайте сейчас посмотрим его поближе. Итак, лобовое стекло целое, без нареканий. Передняя часть пластика то же самое, все целое, оптика целая, крыло никаких моментов нет на нем, резина выглядит довольно неплохо, тормозной диск спереди один, выработка мизерная, вообще не критичная, колодки спереди остаток довольно-таки слабенький, надо будет уже задумываться о замене, вилочка, зеркало чистое, пыльнички целые. Все замечательно. Радиатор, соты все целые. Коллектора то же самое, все целое, не прокаленные, без замятий. Состояние довольно-таки хорошее. Боковая часть пластика все белое, все красивое. Есть легкая притертость. Снизу пластик также все целое. Бак был покрашен нами. Вот. Сейчас выглядит все отлично. Двигатель. Смотрим, крышка двигателя без каких-либо нюансов. Так, здесь вот насколько не видно, да? Крышка. Крышки все тоже целые. Ребра охлаждения целые. Ну, в общем, в принципе, простой мотоцикл. Без каких-либо нюансов. Подножка водителя-пассажира. Здесь притерта обувью немного. Рама, насколько ее видно, целая. Выхлоп штатный, целый, без повреждений. Здесь у нас пластик, также все оригинальное. Оптика, видели, все целое, все рабочее. Хвост присутствует. Заднее колесо визуально также выглядит неплохо. Тормозной диск сзади, выработка немножко больше, чем спереди. Но ничего критичного абсолютно нет. Колодки, ну, процентов, наверное, 35-40 в остатке. Здесь у нас по пластику нареканий нет. Защита цепи. Все присутствует. Подкрылочек маленький. Цепь, звезда. Есть поверхностное окисление. Ну, собственно, покатавшись, все это пройдет. Все это исчезнет. Подножка пассажира, водителя. Здесь крышка двигателя без повреждений. Рама, насколько видно, целая. Боковой пластик с этой стороны без каких-либо нареканий. Все довольно-таки в хорошем состоянии. Бак, повторюсь, красили целый. Сидушки оригинальные, не перешитые. Повреждений не имеют. Сверху тоже все чисто, ровно. Пластик здесь у нас, насколько видно, все целое. Ручка сцепления целая. Чуть-чуть шарик притертый. Грипса целая, наконечник целый. Кнопки все присутствуют. Траверса, клепоны, все ровно. Кнопки присутствуют. Дроссель, все работает. Подзатертый слегка наконечник. Ручка переднего тормоза целая. Шарик целый. Зеркало одно. Зеркало второе.
Смотрим. Общий пробег 26572. Пробег небольшой. Собственно, вот такой вот аппарат, друзья. Kawasaki Ninja 250. Простенький аппарат для начинающих спортоводов. Мотоцикл в наличии, мотоцикл свободный. Ссылка на товар есть в описании к этому видео. Звоните, пишите, спрашивайте. Мотоцикл будет вашим. Всем спасибо, всем хорошего дня.